случае победы подарю оренбургский пуховый платок. Артем Полярус больше всех постарался на этом матче. Татьяна из Оренбурга так впечатлилась игрой футбольного клуба «Химки» на выезде, что приехала лично отметить великолепный дубль полузащитника в матче с командой из ее города. Но она не единственная, от кого в этот день звучали приятные слова. Под крышей арены «Химки» собрались преданные поклонники команды. Задавали вопросы тренеру и руководству, общались с футболистами. Кто-то начал путь болельщика в этом году, а кто-то поддерживает красно-черных уже много лет, посещая домашние матчи с семьями. Очень давно, еще со старого стадиона. Потому что я считаю, где живешь, за ту команду и нужно болеть. Буду счастлива, что я встречусь с ними всеми. Рада встрече и Галя Гудкова. Школьница ездит из Солнечногорска на каждую домашнюю игру. Бывала и на выездных матчах. Болеть за «Химки» начала год назад, даже не зная тогда ничего о команде. Но теперь переполнена эмоциями и знает имена всех футболистов. Я подарила плакатик с самыми прям яркими пожеланиями, эмоциями. И это от души. В общем, это дерево, от которой идут веточки с яблоками. Яблоки – это футболисты. Самое главное яблоко – это тренер. Вопросы болельщиков касались прошедшего игрового периода, футбольной атрибутики и даже спортивной формы футболистов. У меня вопрос к Аршаку. Аршак, если не секрет, насколько ты похудел? Отвечу коротко, оставался в такой же форме, не похудел, все так же супер, спасибо. Не обошли вниманием травмы игроков и возможные трансферы, но тренер и футболисты заверили, ненадолго выбывшие из строя идут на поправку, а покидать клуб никто не планирует. Встреча прошла очень позитивно, мне очень понравилось, очень хорошее настроение у команды, и у болельщиков, очень приятный диалог. Такие встречи проводятся, ну, наверное, 2-3 раза в год. Под занавес встречи футболистам вручили награды. Звание самого ценного игрока получил Артем Полярус. За игровой сезон полузащитник забил 5 голов и отдал 8 голевых передач, став лучшим ассистентом ФНЛ. Лучшим бомбардиром признали Камрана Алиева, а Егор Данилкин получил награду как игрок, сыгравший больше всего матчей за «Химки». 71, по-моему, если память не изменяет. Да, 71. Очень горд, что в этом клубе как раз, ну, такое большое количество провел. Вот, и надеюсь, что в дальнейшем эта цифра будет расти. Очень много хороших эмоций нам этот период принес. Очень много побед было, хороших, красочных. Вот, и в отпуск, я надеюсь, мы уверен, что мы уйдем на хорошей ноте. Фан-встречу завершили общей фотографией и раздачей автографов. На такой позитивной ноте футбольный клуб «Химки» отправляется в Краснодар на заключительную в этом году игру.